Друзья, как я и говорил, пришли на марш иностранцев, проживающих в Киеве, марш солидарности с Украиной. И тут у нас, ну, начнется где-то через полчасика, я так понимаю. Постепенно собираются люди, постепенно собираются иностранцы, которые постоянно, либо временно проживают в Киеве. Надо сказать, что вот этот марш, он не ежегодный, но он собирается в моменты наибольшего обострения у Вальдемара Путлера, когда Путлер в очередной раз начинает запугивать то ли Украину, то ли весь мир очередными боевыми действиями. В этот как раз момент иностранцы, которые имеют отношение к Украине, которые тут живут, которые тут работают, имеют бизнес и так далее, они собираются, чтобы провести марш поддержки нашей страны и показать всему миру, что Украина не одна в своей борьбе против ошалевшего московского психопата, а с нами и те страны, которые представляют эти люди. Надо сказать, что это не государственная организация, какая-то это полностью частная инициатива. У нас хватает и государственной поддержки, если честно говорить. У нас чуть не каждый день приезжают министры, премьер-министры зарубежных стран с тем, чтобы выразить солидарность и поддержку Украине. Но вот, как видите, и частные лица, те, кто считает Украину своим домом, либо временно, либо навсегда, вот выходят, чтобы показать, что они тоже с нами. Несмотря на призывы некоторых посольств уехать, они никуда не уехали из Киева. Они остаются с нами, они не боятся Путлера. И большое им спасибо. А я сейчас сниму пару видео, посмотрим, как будет проходить сам марш. Судя по всему, отсюда мы пойдем на Майдан. Мы находимся возле Красного корпуса университета, Киевского национального университета. Вот он у нас за спиной.